Програма «Відкрита студія» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі «Дніпро». На хвилях Українського суспільного радіо, на хвилях Дніпра, це 87,5 FM. Ви слухаєте програму «Відкрита студія». Вас вітають звукорежисер Олександр Сухач, наш постійний міжнародний політичний оглядач, оглядач всеукраїнської газети «День» Юрій Рейхель і журналіст Віктор Рожогін. Сьогодні ми будемо говорити про події, які відбуваються у сусідній державі, яка досить має таку довгу границю з Україною – це Білорусь. Нещодавно там відбулася зміна уряду. Президент Білорусі Олександр Бацька Олександр Лукашенко відправив відставку. І колишнього вже тепер прем'єр-міністра Сергія Румаса і весь уряд. Ось про це ми поговоримо. Юрію Борисовичу, 2 роки тому майже цей новий уряд був призначений. Так, начебто нічого не сповіщало, що будуть зміни в Білорусі, але раптом так сталося, і Лукашенко вже зробив це. Чому так вийшло? Скорее всего, это произошло потому, что разворачивающаяся сейчас президентская избирательная кампания... Какая відбудеться в цього року? 9 августа. 9 серпня, так. Пошла не совсем так, как ее планировал батька Лукашенко. И это оказалось для него крайне неприятным сюрпризом, потому что еще... Совсем недавно, если мы возьмем отрезок времени, там, допустим, 3-4 недели, то есть месяц, ничего не предвещало такого разворота событий. С другой стороны, это внешняя сторона. А в действительности, и тут я хочу обратить внимание наших слушателей на некоторое совпадение событий, которые сейчас активно разворачиваются в Беларуси, и несколько в латентной форме разворачивается в России. И связано это, хотя в России сейчас президента не выбирают, но тем не менее 1 июля они там будут голосовать, а фактически с 25 июня они будут голосовать за поправки Конституции, обнуление сроков Путина. Фактически сама российская власть превратила это голосование как плебисцит под доверие Путина. И там разворачиваются события, конечно, не в таком масштабе, сейчас мы будем говорить, как в Беларуси, но тоже в не очень приятном для Путина направлении. Но возвращаясь к Беларуси, надо сказать, что Александр Лукашенко правит этой страной даже больше, чем Путин. Уже 26 років после. Да, с 94-го года, вы совершенно правы. И он уже просто чисто, знаете, когда-то Гельмут Коль, немецкий канцлер, когда он выиграл очередные выборы, а до этого он 2 срока был канцлером и ушел в отставку, то немецкая пресса, большинство газет вышло под заголовком. А ситуация в Германии была очень неплохой в экономическом смысле. Вышла под заголовком «Спасибо, Гельмут, но хватит». То есть слишком долго... Коротко и ясно. Да, слишком долго ты засиделся. Ну, зачем? Даже в демократической Германии, где выборы настоящие, при оппозиции, ну, свободной прессе и так далее. Там, где дедушку Ленина никто не читает. Совершенно верно. Вот. И тем не менее, ты надоел, просто надоел. Хотя ты очень много сделал для страны, ты заслужил, люди тебя любят и уважают. Ну, посидел и хватит, ну, пора и честь да, знать. Так, так. З речами на вихід. Так. Да. То, о чем говорить про Лукашенко, который, как вы сказали, 26 лет мозолит глаза. И на 6-й срок. На неизвестно сколько президент, он да. хочет еще управлять этой страной. А там и сын подрастает уже. Кстати говоря.
И хотя батько клянется, что он в политику не пойдет, но мы же знаем цену этим клятвам. Но это одна чисто такая субъективная сторона вопроса, а есть же объективная. Объективная сторона состоит в двух вещах. Первое. Белоруссия в течение всех этих лет фактически состояла на финансовой подпитке из России. По некоторым расчетам Россия потратила на Белоруссию 100 миллиардов долларов за все эти годы. Это очень большие деньги. Замечательно. Даже если их разделить на 26, а фактически надо делить где-то на 20, то для 8-миллионной страны... 5 миллиардов на рекции. Да, это очень большие деньги. Отсюда, конечно, и то так называемое белорусское экономическое чудо. Это дало возможность Лукашенко сохранить полусоветскую систему управления народным хозяйством, сохранить колхозы, но не в таком уж совсем советском виде, но тем не менее, сохранить колхозы. Белоруссия относится к очень небольшому количеству стран, недавно и Украина была такой, но теперь уже нет, где нет частной собственности на землю сельскохозяйственного назначения и не собирается ее вводить. Кстати, в России эта частная собственность есть с 2002 года. Поэтому, когда у нас принимали этот закон, российская пресса лила крокодиловые слезы, что как это украинцев лишают земли, а сами уже давным-давно этот закон приняли. Так, так. Но это вопрос российской пропаганды, мы цену ей прекрасно понимаем. Але ж простим селянам земля не дісталась там, і, звичайно. Ну, это уже следующий вопрос. И когда Путину это надоело, и он стал требовать углубленной, так называемой углубленной интеграции, а фактически поглощения Белоруссии Россией, то Лукашенко на это не согласился, потому что это лишало его власти. Совершенно понятно, он Путину 100 лет не нужен. И заговорил про диверсификацию. Да, и вот он стал там покупать нефть и газ где-то в Америке, в Саудовской Аравии, так далее, в Норвегии газ. Естественно, поток... А на чем зарабатывали? Когда нефть стоила 110 долларов за баррель, Россия поставляла Белоруссии его по 60-65, они ее перерабатывали и продавали по европейским ценам или близким к ним соседним странам, в том числе и Украине. И на этом деле очень серьезно зарабатывали. А теперь нет. Россия говорит, хотите нефть по российским ценам, углубленная интеграция. А нет, так нет. И теперь нефть приходится покупать по мировым ценам фактически. А чтобы было понятно, Белоруссия потребляет 2 миллиона тонн нефти в год для своих нужд. А перерабатывала 24 миллиона. Чтобы перепродать. Да, то есть 22-21 миллион тонн продавались. Ну, уже готовой продукции. Частично и сырой нефти. Естественно, это были приличные деньги для белорусского бюджета. Эта халява кончилась, что немедленно ударило по белорусскому бюджету. Потому что разгосударствление предприятий Лукашенко категорически отвергает. А эти государственные предприятия работают неэффективно. Продукцию выпускают такого качества, что ее покупают только в России. Ну, да, и очень малый экспорт на Запад, потому что там требовательный рынок. Я могу сказать для сравнения. Вот украинская сельскохозяйственная продукция, Лукашенко очень гордится своей молочной продукцией и так далее, она на Западе не идет, потому что она не соответствует стандартам НАТО. В то время как украинская теперь все больше и больше уходит на Запад, в страны Евросоюза с их жесткими регламентными условиями. Это
молочная и другая сельскохозяйственная продукция идет в Россию. Россия стала строить препоны для реализации. Ну, мы же знаем, как это делается. Там находят неизвестно что, яды, химикаты. Ну, как это было с Украиной, теперь это с Беларусью. С сыром, с молоком. Да. Там. И это одна часть. И вторая часть – это, конечно, эпидемия коронавируса, которую Лукашенко не признает. А коронавирус его тоже не признает. И народ болеет самым натуральным образом. И количество заболевших, ну, если взять там на 10 тысяч населения, на 1000 населения, в Беларуси очень уже, высокое. Уже высокое. Очень время. Высокое. При всем при том, что там меньше делается этих тестов, ну и так далее. И с одной стороны люди ходят на работу, а с другой стороны они болеют. И все это вместе сложилось в тот пазл, неприятие продолжения власти Лукашенко. И следующим, и с чего мы начали, неприятным сюрпризом для Лукашенко стало появление кандидатов в президенты не из классической прозападной оппозиции, которая тоже в Беларуси не пользуется особой популярностью, а людей совершенно новых, в том числе из элиты. И реально можно говорить о трех кандидатах. Это Бабарыка, Виктор Бабарыка, это бывший банкир. Он работал и с Лукашенко, но потом ушел. Это бывший дипломат Цыпкало, который был послом, а сейчас он создал в Минске такой кластер, типа, где развиваются IT-технологии. И блогер Тихановский. Но это уж совсем как черт из табакерки. Но это совсем. Светлана Тихановская. Это его жена. А, це... а этот блогер Тихановский. Малоизвестный человек, который неудачливый бизнесмен. Кстати, бизнес у него прогорел в России. Он вел свой блог в Ютьюбе. Ну, его знало, может быть, я знаю, 20 тысяч человек. Для Ютьюба это много, а для выборов очень мало. И он выдвинул себя и стал вести, а там идет процесс, чтобы выдвинуть, нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. И люди стали, да, и он выдвинул и стал собирать подписи. И оказалось, что люди идут и подписываются за него, и за тех тоже. Причем по белорусскому закону вы можете подписаться за любого неограниченное число раз. То есть за каждого кандидата один раз, но за каждого другого еще раз можете так. И возникла интересная ситуация. Там у них центральный рынок в Минске, называется коровий рынок, коровичий по-белорусски. Да. Рынок, перед ним такая площадь, это центральный рынок в Минске. И там вот эти вот столы и собирают подписи. Разные кандидаты. Так очереди выстраивались на несколько кварталов, потому что на 1.5 метра друг от друга социальная дистанция, в масках люди. И на несколько кварталов это, так и из других городов приезжают, чтобы подписаться, потому что в Минске это сделать проще. Ну, в общем, во время одного в Гродно Тихановске там поехал вести кампанию, подошла какая-то барышня легкого социального поведения, как потом оказалось, стала к нему приставать. Он сказал, что он ее не знает и разговаривать с ней не хочет, и просто отошел. Вдруг это все окружилось. Один полицейский оказался на земле, Тихановского арестовали за сопротивление представителям власти. Ну, за арестованное. Да, это же понятно. И он не успел подать документы. Так документы подала его жена,
Світлана, який взагалі аполітичний чоловік. Вона дала інтерв'ю BBC, вона говорить, я домашній чоловік, я політикою не дуже цікавилася, це все мій муж, я не можу виступати і так далі. І люди стали за неї підписуватися. Вона фактично вже зібрала 100 тисяч. І інші вже зібрали по 100 тисяч. И почему Тихановского арестовали? Потому что он назвал, выбросил лозунг. Но он назвал Лукашенко тараканом. И выбросил лозунг «Но пасаран», они не пройдут, «Стоп таракан». Вот так. И символом его кампании стал тапок, которым надо придушить таракана. Вот. Но, конечно, это вызвало у Лукашенко... Это что-то Хрущева макетку нагадал. Да, приступ злости. Ну, в общем, сейчас его уже ему переквалифицировали, что он там вообще во всех бедах виноват, ему уже 3 года светит и так далее. И вот это вот ситуация, которая разворачивается в кампании, она ставит 2 очень важных аспекта этого. Конечно, у Лукашенко остается административный ресурс. И дуже значный. Сильнейший. Всех бюджетников, их, как говорится, под страхом смерти заставили ставить подписи за Лукашенко. Ну, це ми теж проходили. Да, это мы знаем. И он уже собрал там 1 000 000 подписей. В Беларуси це значно легше зробити, ніж будь-де. Но что интересно. Многие из них, подписав за Лукашенко, пошли подписываться за других. И что интересно другое, люди перестали бояться. Они подписываются за оппозиционных, за других кандидатов, а там же журналисты все, и они прямо говорят в микрофоны под камеры: «Хватит! Уходи. Я не берусь по-белорусски воспроизвести это, потому что это на грани ненормативной лексики». Ну, украинскую это будет «иди геть». Да, примерно так. Ну, самое такое «слазь». Вот. И то, что люди перестали бояться, особенно напрягает Лукашенко. Поэтому он собирает силовиков, кричит, что Майдана не будет, майданутые не пройдут. Це він, да, заявив. І... Порівняв з Україною, з Вірменією. Да, що да. Так, як у нас... Я поважаю Пашиняна і Зеленського, да. Вони талановиті, але у нас не броди так. Да. І у нас таких нет. Таких нет, вот. Немає. Да. Да. То есть идет... Щось нагадує, їх там нет, і таких нет, так? Щось від Росії йде теж. И вторая часть – это антироссийская риторика Лукашенко, который думает тем самым привлечь патриотически настроенный электорат, кричать, что как обычно, но не Запад, а теперь этих олигархи, российские олигархи вроде бы финансируют вот этих всех кандидатов других. Не його, а других. Я нагадаю нашим радіослухачам на хвилях Українського радіо в Дніпрі. Ви слухаєте програму «Відкрита студія». І ми сьогодні з нашим міжнародним політичним оглядачем всеукраїнської газети «День» Юрієм Райхелем розглядаємо питання зміни уряду в Білорусі і ситуації політичної, яка відбувається зараз. Опозиційні сили все-таки там є в Білорусі. Вони, будемо говорити, з кожним роком їх стає все більше. І Юрій Борисович назвав вже кілька таких кандидатів, які мають вплив там на суспільство. Я можу назвати ще 2 представників, одного лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколу Статкевича і голову незареєстрованої молодіжної опозиційної організації «Молодий фронт» Дениса Урбановича. Вони теж збирають підписи зараз і, бачите, все-таки такий більш-менш закон, який дозволяє там за кількох кандидатів голосувати, то
набереться, підписуватись, да, 100 тисяч підписів треба зібрати, і я думаю, на виборах, які відбудуться 9 серпня 2020 року, вже в цьому році, це ми побачимо і опозиційних кандидатів. Але ж все-таки це буде зробити надто важко, складно, і Юрій Борисович сказав вже про те, що силовий блок дуже сильний, і він там... Він навіть не змінився, так ви сказали, Юрій Борисович? Да, вот это правительство он отправил в отставку, показать, что идет обновление. Он так и сказал, надо обновляться, и вот это будет то правительство, чтобы люди видели, которое будет функционировать в стране, когда, мол, я выиграю эти выборы. Особых, каже, претензий немає до премьер-министра колишнего, але треба змінити. Да, вот. И, батька сказал, батька сделал. Но при этом, как вы правильно сказали, силовики остались на месте, потому что они на сегодняшний момент единственная опора режима. И очень характерное еще обстоятельство не на пользу Лукашенко. Начали немножко колебаться чиновники в провинции. Это очень нехороший признак. Точно такой же, кстати, как и в России. Но там этот процесс только начинается, а в Белоруссии он набирает обороты, потому что эти люди ближе. Они чувствуют лучше, что происходит и как изменяется общественное мнение. И как сказал Тихановский, батька 3%. То есть это его предел, что он может набрать. Це якщо б відверто чесно. Да, если были бы настоящие выборы. Но и это большая проблема, потому что, ну, сфальсифицировать можно 10, но 15% это ж очень много. Ну, 97 это. Да, а это сделать, если в ни країні світу не відбувається такого. Да, если у тебя 3%, а сделать 51, но это уже совсем нужно. И тут он оказался, как говорится, в политическом шпагате. С одной стороны, его антироссийская риторика не добавляет улучшения отношений с Москвой. Москва отказалась снизить цены на газ, а он очень хотел показать белорусскому народу цены на газ. Нет, не будет. Ну, нефть по мировым ценам. И самое главное, что нет перспективы улучшения экономической ситуации. И вот этот все вот в этом большом этом, таком клубок таких очень сложных обстоятельств, он делает выборы в Белоруссии довольно непредсказуемыми. То есть мы можем четко, ясно предсказать, что фальсификации, карусели и все, что мы знаем про выборы, административный ресурс, все будет использовано. Все это будет так. Но что будет потом, после объявления о победе Лукашенко, вот это очень большой вопрос. Потому что он все время в своих выступлениях говорит, что белорусы – мирный народ и так далее. Он, конечно, мирный народ. Это все действительно так. Но любой мирный народ можно довести до белого коленя. И он, по-моему, сейчас Лукашенко успешно этим занимается. И вот здесь очень большая неопределенность, она для Украины. Значит, судя по всему, фаворитом антилукашенковских кандидатов будет Бабарико. По самым таким последним опросам он где-то за него готовы проголосовать почти 50%. То есть если даже с... Ну, у него есть шанс вообще в первом туре пройти. Это не очень вероятно, но такая возможность существует. Судя по тому, как он заявляет, сейчас он высказывается очень осторожно. По поводу Украины вообще не высказывается. Очень характерно, что по поводу Украины высказываются только так другие кандидаты, которые далеко и у которых нет шансов на победу.
Тобто поглядують на Москву. Да. Он заявил так, что да, конечно, нам надо с Россией, но нам надо сесть за стол и пересмотреть все наши соглашения. То есть фактически он дал понять, что в случае, если он победит, первое, никакой интеграции не будет. И если Россия не согласится на пересмотр во многих случаях кабальных соглашений по Белоруссии, то они просто будут уходить на Запад и так далее. И в этом смысле это определенные положительные черты для Украины. Потому что 1700 километров нашей границы с Белоруссией, нам очень важно, чтобы они были тихими и спокойными, как они находятся вот сейчас в таком очень тихом и спокойном состоянии. Тех 2000 с чем-то километров российской границы нам вполне достаточно. Да, звичайно, де напруга постійна и да, щодня. И нам нужно там держать и армию, и вообще напрягать. Да, нам не вистачає ще Білорусі, да, 1700 километров. Так. Вот, поэтому, конечно, мы очень внимательно следим за тем, что происходит сейчас в Беларуси, что происходит в соседней Молдове. Сейчас мы не будем об этом говорить, но там тоже очень важные для нас изменения происходят. И там мы должны же понимать, что в Беларуси находятся, пусть относительно небольшие, но контингенты российских войск. И Лукашенко заявил, что они не будут продлевать их пребывание. Что в Москве заявили, что он наносит удар в спину ножом. То же самое и в Молдове. И вот здесь вот мы, конечно, для нас это очень существенный и серьезный момент, поэтому нам совершенно не безразлично, чем закончится ситуация в Беларуси. И нам бы очень не хотелось, чтобы Белоруссия превратилась в очаг конфліктів і напряженості. Це неизбежно скажеться на нашій границі. Юрій Борисович, ну і кілька слів на закінчення про нового прем'єр-міністра Романа Головченка. Відомо лише те, що він обіймав посаду голови Державного військово-промислового комітету Білорусі. Це ж, мабуть, теж така людина, надо сказати, зв'язана із російським військово-промисловим комітетом. З одної сторони, так. Да. А с другой стороны, он приложил максимум усилий для производства чисто белорусского ракетного комплекса «Полонез». Причем этот комплекс создавался с поляками, не с россиянами, а с поляками. И это было как раз тогда, когда он руководил вот этим вот холдингом, о котором вы упомянули. То есть это человек, несомненно, лояльный Лукашенко, но который не будет проводить откровенно пророссийскую политику. Судя по всему, в белорусской элите произошел сдвиг в сторону от России. Он, может быть, не всю элиту затронул, как и у нас, кстати говоря. Мы же прекрасно знаем, кто у нас пророссийский. Так, вот. Так. И то же самое и в Беларуси, но основной контингент, основная часть белорусской элиты неуклонно и постоянно сдвигается в сторону Запада. Я дуже вдячний вам, Юрію Борисовичу. В черговий раз ви прийшли, розповіли цікаво про Білорусь. Сьогодні нас це цікавило, тому що відбулись зміни у білоруському уряді. Новий прем'єр-міністр Роман Головченко – Сергій Румас пішов у відставку разом з урядом, але не повністю змінився уряд. Як сказав Юрій Борисович, силовики залишились, і вони будуть підтримувати президента єдиного, який 26 років вже керує Білорусію. Це батька Олександр Лукашенко. І 9 серпня цього року відбудуться вибори там. Будемо слідкувати за перебігом подій. Я дуже вдячний радіослухачам, що ви слухали Дніпро сьогодні на хвилях Дніпра, програму «Відкрита студія». Її підготували Олександр Сохач, Віктор Ажоїн і Юрій Рейхель. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. Програма «Відкрита студія» на українському радіо «Дніпро».